12 ноября состоится концерт Сергея Лазарева, посвященный десятилетию сольной карьеры артиста. В программе будут представлены его лучшие песни, а называться она будет ни много ни мало, а «The Best». Через некоторое время Сергей нам расскажет, чем будет удивлять публику в этот раз. Не пропустите. Друзья, доброе утро. Если мы вас не разбудили, вместо нас это сегодня сделает Сергей Лазарев. Мы его для этого, собственно, и позвали. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Здравствуйте. Сергей 10 лет готовился к тому, чтобы разбудить наших зрителей. Да, потому да. что сегодня пришел к нам с анонсом своего концерта, который 12 ноября состоится. Это такое обзорное, можно сказать, да, детище за все творчество сольное. Действительно. Во-первых, доброе утро. Во-вторых, безусловно, 12 ноября в Крокусе Тихоле мы готовим масштабное действие, грандиозный концерт, который... В общем-то, в какой-то степени юбилейный, потому что действительно по 10 лет как сольный я пою, и мы решили эту дату отметить большим новым шоу, которое, в общем-то, и презентуем. А вот новое шоу, но туда ведь старые песни тоже войдут, да? Потому что есть 4 альбома, есть 27 клипов. Да-да-да. Нет, на самом деле шоу, скажем так, состоит из лучших песен за 10 лет, то есть песни, за которые голосовали фэны на различных сайтах, в соцсетях у меня, потому что я проводил некий опрос, какие песни самые-самые. Плюс, конечно же, те песни, которые раскручивались, которые звучали по радио и ТВ. Как вы сказали, их было порядка 27. Вот, так что, в общем-то, из тех песен, которые были самыми большими хитами, и тех, за которые голосовали зрители, я и составил программу. Но по факту песни хоть и старые, но вся начинка, скажем так, шоу, костюмы потрясающие. Да, а есть еще какое-то видео, которое, как я понимаю, ты сам снимал, да? Или, дело в том, что, как я сказал уже, это шоу подразумевает некое театрализованное действие, это такое представление, не просто концерт. Вот, и поэтому, конечно, каждый блок поделен, каждый какой-то блок имеет несколько песен и свою тематику. Вот есть видео, посвященное Джеймсу Бонду? Есть блок такой в концерте, перед которым есть видео с этой тематикой. Мы увидим. Но после этого мы Сережу Лазарева больше и не видим. Тут очень сложно узнать тебя. Очень быстро ты там мелькаешь. Дело в том, что действительно Бондиана, во-первых, сейчас выходит, вообще уже вышла новая серия. Ну и плюс мы решили в это тоже немножко поиграться. Внутри моего концерта есть блок, перед которым идет это видео, и которое, скажем так, настраивает зрителей на определенную тематику блока. Ты, кстати, посмотрел? Нет, я не смотрел еще пока Бонда, новый этот спектр. Я просто жду, когда вот в этой картинке, где-то в костюме Бонда. Но дело в том, что все говорят, что я спокойно мог бы сыграть. Да ты раздел здесь Крейга просто на бюштекс. Нет, потому что мы реально сделали, более того, был написан специальный саундтрек, вот сейчас мы смотрим это без музыки, но мы специально написали в саундтрек, который очень похож на саундтрек, который звучит в Бондиане, вот эту музыку, мы сделали так подобное видео, просто немножко поигрались в Бондиану, и таких вот видео на различную тематику в концерте много, потому что, как уже сказал, это двух с половиной часовое... Два с половиной часа? Два с половиной часа. Подожди, мне кажется, действо. Человек в одиночку не может справиться. Вы, наверное, приглашенные какие-то гости? Нет, никого приглашенных нету. Но если быть точно, 2:20 идет концерт. У тебя есть какая-то любимая песня вот у самого? Мне сложно выбрать свою любимую песню. Но есть какие-то... Вот у меня, например, совершенно точно есть из твоего творчества любимая песня, правда? Но она такая достаточно старенькая уже. Вспоминай. Будет эта песня, вспоминай. Есть песни, которые совсем вот свежие. Например, песня «В самое сердце», ей там 2 года, но она, как говорится, да, рвет зал. Да, это вот такая прям... В конце будешь петь, да? Но... Те, кто 2:20 высидит, тот услышит эту песню. Они должны высидеть. Не то, что этот концерт, несмотря на то, что премьера в Москве, но мы сделали несколько городов, скажем так, предпремьерные показы, и мы смогли показать в регионах уже 6 городов. У нас было с этой программы мега круто принимать зрителей. Перед Москвой. Подождите, у нас сейчас тоже будет предпремьерный показ. Сереж, давай какой-то фрагмент чего-нибудь с утра. Какой-нибудь песни, какую ты хочешь. Какую я хочу, ты уже понял. Какую ты хочешь. Вспоминай соленый море, воздух. Вспоминай касание руки. Дождем смоет слезы. И глядя на звезды, ты просто подумай обо мне. Вспоминай обо мне. Я надеюсь, вы будете вспоминать обо мне 12 ноября.
мечта от детства, можно сказать, исполнилась. Да. Ну, я давно пою, действительно. Мы просто действительно изверги заставляем петь акапельно с утра. Да, в общем-то, время-то 9:20. Ну, ты не представляешь, сколько людей благодаря этому встают, просыпаются? Нет, я могу сказать, что точно вы уж не уснете и не будете скучать на концерте, потому что мы к этому готовились полгода и будем удивлять, потому что потрясающие декорации, потрясающие костюмы. А вот это вот будет 7 цифр? 7 цифр звонок. Звонок. Конечно, это все на 7 цифр звонок. Все хиты большие, даже если ты уйдешь. В общем, это 7 цифр, просто мне всегда было интересно. Это, знаете, это без кода мобильного. Я понял, да. Мне очень многие шутят по поводу того, что ты не можешь дозвониться, потому что у тебя нету кода. У тебя только 7 цифр есть. Вот, телефон. То есть все лучшие хиты прозвучат. Можете в этом не сомневаться. Сергей. Да. У нас есть традиционная рубрика, тоже жестокая. Кто из звезд, как выглядит с утра? Как вы уже поняли, я немножко гнусавлю с утра. Это нормальное явление. Голос не проснулся еще к этому времени. Так, вообще... ребята, подъем. 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 У нас есть утреннее селфи. Так, подождите, у меня рука длиннее. Давай. И у тебя больше, наверное, профессионализм. У тебя подписчиков больше. Ты умеешь. Давай. Есть. Класс. Вот, я почти прижалась. Все, мечта детства исполнилась дважды. Сергей. Я почти прижалась щечкой к Сереже Лазареву. Мы надеемся, что Крокус Сити Холл за один концерт не вместит, и ты повторишь. Мы тебе уже заведомо желаем на бис. Спасибо огромное. Я надеюсь, я вас тоже приглашаю. Спасибо. И всех, кто с нас сейчас смотрит, 12 ноября в Крокус Сити Холл на мое шоу. The best. Вот так вот скромненько. А я очень скромный артист. Спасибо. Увидимся сразу после новостей.